Всем привет, с вами Артур, и сегодня обзор на доставку из Pizza 9. Сказали мне про эту доставку в Инстаграме, также было много других претендентов, я все выписал на листочек, кинул рандомно, и получилось, что доставка отсюда. Заказал я здесь две пиццы, одну пинцу и один лахманджун. Я надеюсь, что я правильно сказал. И все это приехало за 35 минут, хотя они обещали час 20. Немного салфеточек вот здесь вот есть, все очень теплое. Начну с верхней маленькой коробочки, и здесь... тот самый лахманджун. Должен он весить 510 граммов и стоит 90 леев. На весах 713 вместе с коробочкой. И я думаю, что коробка здесь не весит больше 100 граммов. Красный лук, зеленушка, немного помидоров. За томаты лайк от меня, потому что они не пластмассовые, у них есть вкус и они очень сочные. Итак, лахманджун — это, можно сказать, арабская пицца. Давайте я просто оторву по-варварски, вот так вот. Опа! То можно увидеть сыр и говядину, а также специи. По запаху здесь на первом месте говядина. Пробую. Это вкусненько и напоминает мне то, что я ел когда-то в Турции. Большое количество мяса, отлично приправленного, сыр, который дополняет во вкусе, овощи, которые можно себе доложить, лучок, помидоры и зелень. Единственное, что здесь корж большой. Когда я ел это в Турции, там лепешечка была намного тоньше. Здесь, скорее всего, взяли просто корж от пиццы какой-то здесь, сейчас будем пробовать, и все это завернули. За 90 леев топ. Советую, берите, пробуйте, это вкусно. Следующая продолговатая коробка, это, скорее всего, пинца густоса. 118 леев она стоит, 670 граммов должна весить. На весах 756, соответственно, все в весе. И что-то мне кажется, что мне привезли не то, потому что выглядит это вот так вот у них на сайте. Это белая пицца, пицца бьянка, соответственно, без красного соуса. Здесь должен быть соус Филадельфия, сыр, моцарелла, куриное филе, маринованные грибы и запеченный перец. Вроде бы все это есть. И, скорее всего, они перепутали и сделали мне пиццу меланзана. 700 граммов, 114 леев, но я ее не заказывал. Давайте позвоним и спросим. Девушка, здравствуйте. Я делал заказ на Московский проспект, и, скорее всего, вы перепутали одну пиццу. То есть привезли не ту, пинцу, извините. Пинцу? Да. А что случилось? Ну, случилось то, что я заказывал пиццу густоса, да. А привезли мне, скорее всего, меланзану. Она идет с баклажанами, которые у вас? Да, она идет с баклажанами, у меня на это вот красный соус и все остальное, то что... Мы просим прощения, я поговорю с менеджером и перезвоню вам. Да, спасибо большое. Буду ждать ответа, но пока пинца уже на столе, соответственно, нужно ее пробовать. Не отдавать же ее обратно. Все равно же не приеду. Так, выглядит все это с другой стороны. Баклажаны и чесночок. Алло. Алло, добрый день. Я по поводу пинзы. Да. Мы просим прощения, было много заказов, повар чуть-чуть ошибся. Мы в течение 30 минут привезем, то есть поменяем пинзу меланзана на густоса. То есть мне надо будет отдать мне эту и уже взять ту? Да. А если я съел кусочек? Ничего страшного. Ничего страшного? Нет. Ага. Окей, спасибо. Всего доброго. Вот так вот. Закажите пиццу, привезут не то, скушайте один кусочек, и вам привезут еще одну то, что вы заказывали. В целом, пинза очень хорошая. Большое количество ингредиентов, которые сочетаются друг с другом. Очень сочная курица. Чеснок, баклажаны, сыр, томатный соус. Все хорошо, за исключением вот этого теста. Оно мне не нравится. В чем отличие от обычного теста для пиццы? Потому что здесь используют, насколько я знаю, три вида муки. Все это смешивается, потом она выстаивается, и потом уже, соответственно, готовят. Мне всегда нравилось стандартное тесто, когда вот бортик, они пышные, когда все это пузырится, а это для меня суховато. Следующая пицца, вау, 4 сыра, 118 леев она стоит, 520 граммов должна весить, воняет брынзой. 575 показывает весы, с учетом того, что коробочка весит около 100 граммов, здесь у нас первый недовес. Итак, еще раз, прошу прощения, это не запах брынзы, а запах сыров, которые перемешались. На вид прям шикарная. Во-первых, никакого красного соуса, это уже хорошо. Вот такая вот она с другой стороны. Дорблю, моцареллу, какой-то желтый сыр и бри немножко высох. Но вкус есть.
Это вкусно, это сливочно, это солоновато от сыров. Единственный минус – это то, что начинка неравномерно распределена по этой пицце. Если посмотреть вот на этот кусочек, то есть до сюда была начинка, все остальное у нас без начинки. Таких кусочков получается раз, два и три. Остальные кусочки – начинка до самых бортиков. Бортики тоже доедать не хочется, потому что они плотные. Да, она уже постояла и остыла, сыр успел высохнуть, я имею в виду бри, но от этого она не потеряла во вкусе. Если бы я начал обзор с нее, то, скорее всего, я бы кайфанул в два раза больше. А так, это достойная пицца 4 сыра, пусть даже и с небольшим недовесом. Последняя на сегодня – пицца пепперони. 114 леев, 430 граммов, на весах 565, здесь уже недовеса нет. Но опять обманули. На картинке перчики на пицце присутствуют, в реальности перчика нет. Даже семян, даже намека, даже чего-либо, ну вот просто нет. Количество колбасок очень радует, их много, заполняют всю площадь пиццы. Ну а перед тем, как я ее попробую, челлендж для всех вас. Каждый день один или два человека мне говорят: Артур, когда обзор на Черноморку? Вот он челлендж. 150 лайков под этим видео за неделю, и мы с Женей идем в Черноморку. Просто так идти туда не хочется, потому что все, что я слышал оттуда, это только плохие отзывы. Если вы хотите обзор на Черноморку, 150 лайков, и мы идем. Вот такой кусочек побольше, очень тонкое тесто, пахнет колбасками. В этой пицце все решают специи. Здесь они не только в соусе, не только в колбасках, но, скорее всего, еще и сверху какими-то специями посыпали, потому что видно вот тмин, дальше видны еще вкрапления других каких-то специй, и они здесь на самом деле прям вот делают всю работу. Когда я откусил первый кусочек от этой пиццы, мне показалось, что она соленая, но через несколько мгновений специи начали раскрываться и давать богатый вкус. Остроты как таковой здесь нет, можно сказать, 0,5. Ну или единичка, если вы вот остроту не любите, но она приходящая. То есть чем больше вы съедаете, тем больше остроты у вас. Если вот эти колбаски подвинуть, то, скорее всего, она будет совсем не острая. Сыра много, колбасок много, соус отличный, тесто тонкое. Единственное, не хватает тех перчиков, которые были заявлены на фотографии для того, чтобы была настоящая острота. 9 баллов из 10 заслуживает данная пицца, а я буду ждать пинцу густоса. Они реально справились за полчаса. Мне не пришлось возвращать пинцу, которую они ошиблись. Они мне привезли то, что я заказал, плюс еще вот такие вот извинения. Каркаде, компота и еще немного салфеток. Спасибо. Пинза густоса 670 граммов. Написано 118 леев, на весах 842. Повар психанул. Вуу, я честно такого не ожидал. Ингредиентов здесь прям очень много. Грибы здесь прям вот такие вот большущие. Курочки много. Вот здесь она уже хрустящая, очень тонкая, поджаристая. По запаху курочка на первом месте. Поехали. Друзья, это очень сытно. Прямо очень сытно. Эту штуку можно съесть вдвоем, и вы наедитесь от пуза. Большое количество ингредиентов, которые навалены сверху. Все они сочетаются. Курицы много, сочная, приправленная. Перцы вкусные, нежные, как в лучшие времена инди-спицы. Грибов много, и они чувствуются. И сливочный соус, который они здесь используют, завершает картину. Это для меня на сегодня топчик. 10 из 10, даже я могу сказать 11 из 10. По сравнению с той пиццей, которую я пробовал чуть ранее, это на две головы выше. Здесь вкуснее, здесь сочнее, здесь то, что я люблю. Раз уж они мне подарили компотик и каркаде, давайте попробуем. Для начала компот. Хороший компотик из лесных ягод, холодненький, но для меня он немного сладковат. Мне хочется его запить обычной водой. Каркаде. Если я сказал, что это сладко, то это приторно. Очень много сахара, причем, скорее всего, это не сахар, это какой-то сироп. Я человек, который пью чай без сахара, кофе без сахара, и сахар признаю только в сладостях. Для меня это очень приторно. Если это еще можно пить, ну, взять водичку без газа, там, я не знаю, разбавить, и это будет круто, то здесь ничего не спасет. Время подводить итоги. Это один из тех обзоров, в которых я не могу сказать, что мне что-то не понравилось. Ну, кроме каркаде, конечно же, приторного. По идее, сегодня все хорошо. Все, что ко мне приехало,
плюс дополнительно. Все вкусненько, все на уровне. По ценам один единственный был у нас недовес, это в пицце 4 сыра, все остальное с некоторым перевесом даже. Поэтому я выделю сегодня два варианта, которые у меня находятся в топе. Во-первых, это пинза густоса, которая за свои деньги, за 118 леев, вы берете просто вот такую вот большую штуку, которую вы наедаетесь, наедается ваш друг или ваша подруга, и может быть у вас еще останется один или два кусочка для того, чтобы перекусить с утра. Ну и второе, что я бы хотел сегодня отметить, это пицца 4 сыра. Да, у нее был небольшой недовес, но качество и количество ингредиентов, которые они использовали в данной пицце, меня порадовало. Вы все видели сами, внешний вид, граммовку, вкусовые качества оценил. Я, верить мне или не верить, это ваше личное дело. Я плачу свои деньги для того, чтобы кушать вкусно и показывать вам, где стоит заказывать, а какие места стоит обходить стороной. Еще раз напомню про челлендж. 150 лайков под этим видео за неделю, и мы с Женей идем с обзором в Черноморку на Комсомольское озеро. Если вам что-то не понравилось в этом видео, можете поставить дизлайк, но, соответственно, в комментариях написать, где я был неправ. Обязательно подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! We'll be right back.